Товарищи солдаты, офицеры и генералы, уважаемые гости, завершился первый этап совместных учений «Запад-2021». Это одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России. Мы видим новые риски и вызовы на западе союзного государства, обострение обстановки на границах государств-членов ОДКБ, созданная учебная обстановка позволяет совершенствовать навыки в ведении совместных боевых действий при отражении агрессии. Сегодня, в соответствии с утвержденным замыслом, активное участие с белорусскими и российскими военнослужащими принимают представители Вооруженных сил Республики Казахстан, а также территориальные войска Беларуси. Ваши действия в ходе учений наглядно подтвердили высокую готовность армий, наших государств и белорусского народа к совместным действиям по обеспечению их суверенитета и независимости. Мы в очередной раз убедились в дееспособности созданной системы территориальной обороны. Прежде всего, хочу обратиться к военнослужащим территориальных войск, к вам, ребята, пришедшим с гражданки, как у нас говорят. Еще вчера вы мирно трудились на заводах, фабриках, убирали урожай, пахали землю, а сегодня с оружием в руках отразили атаку противника. Совместно с личным составом региональной группировки войск, нашими союзниками по организации договора о коллективной безопасности, вы с честью выполнили учебно-боевые задачи. И пусть никто даже не сомневается, что мы, белорусы, россияне, казахстанцы, граждане остальных государств, входящих в ОДКБ, готовы сделать все для сохранения региональной безопасности, мира в своем Отечестве. С окончанием данного этапа завершаются сборы для военнослужащих территориальных войск. Вы, простые труженики, настоящие мужики, в нужный момент продемонстрировали всем готовность защищать родную землю и свой народ. Вы должны знать, территориальные войска я создавал для того, чтобы вы могли защитить себя, свою семью, своих детей и родную землю, на которой вы сегодня живете и трудитесь. Уже буквально на днях вернетесь в свои семьи, продолжите отстаивать национальные интересы у станков и на полях. Для оставшейся группировки войск по плану учений еще предстоит выполнение сложных и многогранных задач. Уважаемые товарищи, позвольте от белорусского народа, от себя лично выразить признательность и благодарность за проявленную высокую выучку и профессионализм. Желаю вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, счастья, новых достижений на благо народно наших государств.